Сахид, привет. Узгар Псан, Рахмат. Репин Сергей, привет. Вишенка, спасибо. Висох Ламисм. Хулигим Кемят, Салон Гузаль, Салон. С кем живешь? Зачем такие вопросы? Какая разница, с кем я живу? Почему они тебя так ненавидят? Босс, 707, я сама не понимаю. Я всегда захожу в эфир, хочу общаться. Они постоянно матерятся. Сиськи, давай потрахаемся. Ты уродка, иди нахуй, сука, шлюха, жалава, проститутка. Я, знаете, как привыкла к этим словам. Меня они уже не обидят. Я это просто пропускаю мимо ушей. Я настолько от вас грязи увидела, от людей. Знаете, что я поняла? Конечно, если кому интересно мой эфир, я люблю очень много говорить. Так как вы быстро задаете вопросы, я не могу отвечать на все. Но я хочу вам сказать одно. Я живу как хочу, а вы не, некоторые люди не могут этого делать. Вам завидно то, что я могу, а вы не можете. Я не говорю ни о деньгах, ни о чем. Я просто делаю то, что я хочу. А вы меня постоянно обсуждаете. Если у человека есть деньги, это не значит, если у меня, например, есть квартира, это не значит, что я шлюха. У меня есть любимый человек, который мне это все сделал, потому что меня любит. Я не ходила со всякими парнями, не копила себе деньги, чтобы это все покупать. Это вы так думаете. По Инстаграму, по моим фоткам, конечно, никто не скажет, что я нормальный человек. Но когда вы пообщаетесь, вы все поймете. Я сейчас не могу читать ваши вопросы, потому что я смотрю на себя, пытаюсь вам сказать. Люди пытаются меня сломать уже много лет. Постоянно я сажу грязь и мат. Но я поняла одно. Лучше это все не замечать и не тратить свои нервы. Иногда, да, когда я, например, под кайфом, я могу кричать, злиться, когда у меня нет настроения. А когда у меня хорошее настроение, я захожу в эфир, чтобы поболтать, никто мне его не испортит. Ой, я так много всего сказала. Можно я почитаю, что наверху? Привет. Ага. Не обращай внимания на дебилов. Спасибо.